Смотрите, то есть я все специально взял, спрашивал, где я коврик взял, специально коврик взял свой, для того, чтобы было все так, ну, как бы понятно. Вот вы столкнулись со штангой винила. Примерно представляли, как это выглядит. То есть коврик от занятия штангой винила сетёвкой примерно выглядит вот так. Протертый здесь и здесь. Да? Он немножко такой грязноватый, да, как правило. Вот, и, ну, майки тоже, дырки там бывают. И вот. Вот, то есть, да, то есть это связано с тем, что штанга виньяса йога, она как бы такое направление йоги, оно очень физкультурное, скажем так. Да? Вот я немножко конец видел предыдущее занятие, там более так вот, ну, более все серьезно. Здесь как бы акцент идет на наше тело, на работу с нашим телом. И, а потом мы уже переходим к более таким сложным аспектам, каким-то работа с вниманием, с дыханием. Все, да? То есть первая наша задача – это подготовить наше тело. И как бы критерием того, что наше тело готово, это хотя бы один коврик протерт. Да, вот появились там дырки, все, можно уже переходить. Ну нет, не после первого занятия. Как правило, когда вы, вот важно, чтобы вы пробовали сами, вы понимаете, что задача протереть коврик непростая. Да, то есть вот, ну, требуется время и усилия. Мы сегодня попробуем, потому что без усилия, без попыток как бы прочувствовать на своем теле будет непонятно совсем. То есть я могу показать там какие-то трюки, скажите, супер красиво, но когда вы столкнетесь сами, ну, как бы сами с собой, с тем, что надо делать, вы понимаете, что это совсем все по-другому. Мы сделаем, у нас 20 минут, мы не успеем что-то там много сделать. Мы, да. Ну, так, там я был написан, да. Меня зовут Богдан, фамилия Кулинич. Вот, я как бы аштанга-йога, аштанга-виньяса-йога, как бы стиль, направление йоги, которое в Киеве, в Украине очень редко можно попасть к людям, которые знают, собственно, что кроется под этим названием, связанным это с тем, что как бы, и есть единственное место в Индии, Майсор, где вот, вот эти знания передаются. Все. Все остальное это как бы вот через какие-то третьи руки, какая-то, ну, как бы неправильная передача, и в результате вы приходите к какому-то другой аштанга-йоге. То есть я несколько раз ездил в Майсор, ну, и продолжаю как бы, в перспективе. И как бы это единственное место, в которое можно получить вот такую вот передачу с рук в руки. Книжек как таковых нет, да, то есть вот мы сегодня попробуем позаниматься так, как она должна быть. Да, то есть вот как аштанга-йога должна быть, вот, как она есть во всем мире, кроме Украины. Вы приезжаете в любой сертифицированный аштанга-йога-центр, и у вас будет одна и та же практика. То есть вы не будете удивляться, что там делает одно, а там в Штатах другое, в Англии третье, там, в Норвегии четвертое. Да? То есть во всех странах, во всем мире, в любом йога, аштанга-йога-центре делают одно и то же. Поэтому люди, которые приезжают из других стран, приходят ко мне на занятия, они попадают как бы, в свою стихию и понимают, что о, вот эта аштанга-йога, как бы, которая должна быть. Что мы сделаем? Мы сделаем только цикл Сурья-намаскара. А вот кто с утра, наверное, у вас был уже Сурья-намаскар. Не знаю, да? Вот Олег вел. Дело в том, что в разных направлениях йоги разные сурья намаскара, и поэтому может показаться, что я что-то придумал. Да? Вот нет, просто другая йога и другой сурья намаскар. Еще пару слов, потом, чтобы мы не останавливались. В аштанга-йоге вся последовательность, вся практика разделена на 6 таких уровней, 6 циклов, да? 6 последовательностей, скажем. Они разделены по уровню сложности. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Есть теория, что есть седьмой, да, ну как бы это такой миф специально придуманный. Вот. И на пятом уровне где-то занимаются люди примерно пару человек в мире, шестой знает только один человек, который никому не рассказывает, чего состоит. Да, вот. То есть так обстоят дела в аштанга-йоге, что все очень скрыто. То есть вам никто не расскажет, вы приезжаете первый раз в Майсор, вам никто не будет ничего рассказывать.
То есть вам придется самим докапываться в этом, заниматься, показать, что вы действительно хотите заниматься, это часть вашей жизни, что вы не просто какой-то турист, который случайно заехал и поедет дальше. Да, вот вы приехали и хотя бы пару месяцев позанимались. Хорошо. Мы сделаем только Сурья Намаскар, и, возможно, там что-то успеем больше. Да? То есть мы остановимся на первой последовательности, базовой последовательности, которая направлена на то, чтобы наше тело подготовить к более сложным элементам. И, возможно, вы заметите, что даже в этой первой последовательности будут уже сложные элементы. То есть это специально сделано для того, чтобы мы не сделали все сразу и сказали, ну мы уже готовы ко второй. Вот так нельзя. Да, хотя бы пару месяцев остановиться и вот отработать нужные элементы. Хорошо. Поднимаемся вверх. Давайте по ходу, если будут вопросы, можно вот спрашивать. Один раз мы сделаем вместе, а потом мы попробуем сделать вот так, как проходит занятие, ну, как бы правильное, идеальное занятие. Да? То есть я буду говорить ритм потом на санскрите, мы будем в этот ритм пытаться как-то вложиться. Сейчас я буду говорить, где делаем вдох, где выдох. Да? И буду говорить, какие движения мы делаем при этом. Вот какие движения мы делаем. Вот вы просто повторяете. Вот смотрите, чтобы у вас сзади было место, чтобы вы не столкнулись. Мы будем отшагивать назад. Ну и вверх здесь место есть. Ну и стороны, вот примерно вот такое расстояние, чтобы мы друг друга не зацепили. Хорошо. Давайте двинусь. Все, ноги вместе. То есть я не буду говорить там плюсы и минусы этой практики. Да? То есть вы все попробуйте своими руками, ногами, и потом скажете, подходит вам или нет. Дальше стараемся дышать только носом. Нос, рот закрыт. Если вопрос, можно спросить. Да? Вот все остальное время закрыт. Вот. Все. Делаем глубокий вдох, выдох. Хорошо. Со вдохом за руками потянулись вверх. Взгляд вверх. Ладошки вместе. Выдох. Медленно, плавно наклоняемся вниз и пробуем руками дотянуться к коврику вниз. Теперь пальцы касаются пола, вдох, приподнимаем лицо и смотрим вот лицо вперед уходит. Раз. Выдох. Теперь ладошки полностью прижаты к полу. Отшагиваем назад. Сгибаем руки. Если возможно, вот, с прямыми ногами, если нет, сгибаем коленки. Опустились. Теперь вдох. Мы плавно вытягиваемся вперед. Стараемся вытянуть спину, ноги. Раз. Хорошо. Выдох. Аккуратно, можно на колени, можно без колен. Перекатываемся. Вот такой вариант. Собаки головой вниз. Руки плотно прижаты к полу. Спина тянется вверх, шея расслаблена, мы смотрим вниз на пальцы ног. Дышим 5 дыханий. Дышим. Раз. Просто для себя вот следим за дыханием, дышим вдох-выдох. 2. 3. 4. 5. Выдох. Теперь после выдоха аккуратным движением одна нога, вторая нога подшагиваем к рукам. Пальцы касаются пола, вдох, лицо вверх. Потянулись вверх. Выдох. Наклон ниже. Теперь со вдохом поднимаемся полностью вверх. Взгляд на ладошки вверх. Выдох. Опустили руки. Да, вниз. То есть вот такой первый вариант Сурья Намаскара. Вы заметили, что я говорил там 1, 2, 3, 4, 5. Вот это основная задача инструктора штанга-йоги. То есть уметь считать до 5. Все. Если вы умеете, все, вы можете вести занятия по штанга-йоге. Дело в том, что каждая фиксация, каждая асана фиксируется на 5 дыханий. То есть короткая фиксация, не длительная фиксация. Ну, там в конце 8-10 дыханий, 15. Ну, это там в конце несколько асан. То есть все асаны основные фиксируются на 5 дыханий. Дыхание, если дыхание глубокое, плавное, мы за эти 5 дыханий сможем там, продышать 30 секунд до минуты. Да? То есть довольно, на самом деле, длительная фиксация. Как это выглядит со временем, да, к чему мы стремимся? Я быстро показываю, как это выглядит, потом мы с вами еще несколько раз делаем. Пока стоим просто. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
вниз, вдох, выдох. Здесь 5 дыханий, да, мы подышали, вернулись вперед. Вдох, вдох вверх, выдох, и со вдохом поднялись вниз. Да. То есть это необходимо для того, ну, во-первых, это красиво, да, то есть вот. Но это необходимо для того, чтобы ваше тело, когда вы будете делать более сложные элементы, у вас были определенные мышцы, да, то есть ваше тело было готово, потому что она гибкая, но не подготовленная в плане мышц тела, вы можете просто себя перетянуть. Пробуем сделать еще раз, ну, кто делает, да, сразу ноги вверх, там вниз, вот. Кто нет, просто мы отшагиваем. Здесь важно не прыгать преждевременно. То есть вот эти прыжки, они на самом деле не полезны для тела на первые несколько лет. Потом привыкаем. Да? То есть пока просто отшагиваем. Но я вместе с вами разделаю, а потом мы делаем вот тот эксперимент, о котором я говорил. Вдох, плавно вверх. Выдох, наклон ниже. Потом руками дотянуться к коврику. Вдох. Спина, лицо вверх. Выдох. Аккуратно отшагнули. Сгибаем руки. Ниже. Вдох. Плавно вперед. Здесь аккуратно вытянули все тело. Выдох. Переход вверх. Но здесь ладошки прижаты, спина вытягивается вверх. Если возможно, пятки прижаты к полу, шея расслаблена. Раз. 5 дыханий. 2. 4. 5. Хорошо. Мягким, аккуратным движением мы подшагиваем. Аккуратненько, мягко подпрыгнули. Вдох. Пальцы касаются пола, лицо вверх. Выдох. Наклон ниже. Со вдохом. Поднимаемся полностью вверх. Взгляд вверх. Выдох. Опустили руки. Хорошо. То есть вы примерно запомнили последовательность движений. Вдох-выдох. Теперь я стою, не показываю движений. Я задаю ритму. Я говорю там на санскрите 1, 2, 3, 4, 5. Да? И говорю, где делать вдох, где выдох. Мы просто все вместе делаем. Пробуем, вот нас много, попасть в ритм. Да? То есть там, где вдох, вдох. Где выдох, выдох. Где наклон, наклон. Где прогиб, прогиб. Да? То есть примерно все понятно. Я стою. Вы делаете. Экам, вдох, ладошки вверх. 2, выдох, наклон вниз. Наклоняемся ниже. 3, не вдох, спина, лицо вверх. 4, выдох, отшагиваем назад, сгибаем руки вниз. Панча, вдох, плавно вперед. Шат, выдох, переход собак головой вниз. 5 дыханий, дышим. Раз. Пробуем поддерживать определенный ритм дыхания. 2. 3. 4. 5. Сапта. Аккуратным движением вернулись вперед к рукам. Вдох, пальцы касаются пола, лицо вверх. Аштау, выдох, наклон ниже к ногам. Нава, вдох. Медленно поднимаемся вверх. Ладошки вверх, взгляд вверх. Самасхити, выдох. Опустили руки. Еще раз пробуем. Экам, вдох вверх. 2, выдох. Ниже наклон. Пробуем немножко ниже наклониться. 3, не вдох. Спина, лицо вверх. Легкий прогиб. 4, выдох, отшагиваем назад, сгибаем руки вниз. Панча, вдох, плавно вперед. Шат, выдох, переход в собаку головой вниз. 5 дыханий. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
4. Да. Сапта. Аккуратно. Обе ноги вперед к рукам. Вдох. Лицо вверх сразу. Аштау. Выдох. Наклон ниже к ногам. Наба. Вдох. Плавно поднимаемся вверх. Взгляд вверх. Самасхити. Выдох. Хорошо. Теперь сразу вот вместе делаем второй вариант Сурья Намаскара. Всего два варианта. Сгибаем ноги ниже. Вдох. Плавно ладошки вверх. Взгляд вверх. Выдох. Выпрямляем ноги, наклон вниз. Дальше повторяем ту же серию движений. Вдох. Плавно лицо, спина вверх. Выдох. Отшагиваем назад, сгибаем руки вниз. Вдох. Плавно вперед. Выдох. Переход вверх. Теперь правая нога, шаг вперед. Пробуем ногой вышагнуть поближе к рукам. Раз. Со вдохом поднимаемся вверх. Выдох. Опускаем руки. Отшагиваем. Сгибаем руки сразу вниз. Вниз. Раз. Вдох. Плавно вперед. Выдох. Вверх. Хорошо. Левая нога. Шаг вперед. Раз. Со вдохом вверх. Выдох. Опускаем руки. Отшагиваем. Сгибаем руки ниже. Вдох. Вытянули себя вперед. Выдох. 5 дыханий здесь. Дышим. Раз. Вдох, выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Аккуратное движение. Мы вернулись вперед к рукам. Вдох. Спина, лицо вверх, ладошки внизу. Выдох. Наклон ниже к прямым ногам. Пересгибаем ноги ниже в коленках. Вдох. Руки вверх. Взгляд вверх. Выдох. Поднимаемся выше, опустили руки вниз. И последний раз. Сгибаем ноги вниз. Экам. Вдох вверх. Со счетом. Два. Выдох. Выпрямляем ноги, наклон. Три. Не вдох. Лицо вверх. Четвари. Выдох. Отшагиваем назад. Сгибаем руки вниз. Самостоятельно. Выдох вниз. Панча, вдох, плавно вперед. Шат, выдох. Переход собак головы вверх. Саптап, правая нога, шаг вперед. Ладошки вверх, вдох. Хорошо. Аштау, выдох. Опускаем руки, отшагиваем. Изгибаем руки вниз сразу. Нава, вдох, плавно вперед. Дыша, выдох. Поднимаемся вверх. Эка, дыша, левая нога, шаг. Вдох. Руками вверх. Хорошо. Две дыша, выдох. Опускаемся, отшагиваем, сгибаем руки вниз. Трое дыша, вдох. Четыре дыша, выдох. Пять дыханий. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Панча, дыша. Обе ноги вперед к рукам. Вдох. Сразу лицо вверх. Шедаша, выдох. Ниже наклон. Сапта, дыша. Сгибая ноги в коленках. Вдох. Ладошки вверх, взгляд вверх. Самасхити, выдох. Опустили руки. Все. И вот так полтора часа. Да? То есть, ну, примерно, да? То есть мы делаем там несколько повторений Сурья Намаскара, а потом другие асаны сложнее, но вот примерно тот ритм. Мы как бы это не все не сразу, вы запоминаете, привыкаете к асанам, да, умеете их делать. Потом вот, полтора часа вот в таком ритме, вот, аштанга, виньяса, йога. То есть как бы я не украшу, без украшений, вот как есть, да, на самом деле так занятие проходит. Все, вот. Все, спасибо.